Каждое утро мы занимаемся йогой. На кадрах маленького фильма «Жизнь большой семьи Николая Рыбалка», в которой футбол, да и спорт вообще, занимает не последнее место. Коля – защитник сочинского клуба «Дагомыс». Футбол играет 2 года, за сборную России болеет гораздо дольше. Такая любовь к самому народному виду спорта и подтолкнула снять ролик и отослать на конкурс, который проводила компания «Макдональдс». Итог – победа. Приз – поездка в Бразилию на чемпионат мира по футболу на матч «Россия-Бельгия». Мама увидела в интернете то, что можно поехать в Бразилию. И мы сняли этот ролик. И у нас он получился. И так мы выиграли. Коля будет не просто зрителем. Он и еще десяток мальчишек будет выводить игроков нашей сборной на футбольное поле в Рио-де-Жанейро. С кем выпадет выходить, Коля пока не знает. Но признается, хотелось бы с Киржаковым. С победой в конкурсе от «Макдональдс» юного футболиста в Сочи приехал поздравить Кирилл Новиков. Российский футболист, полузащитник «Динамо», ныне тренер. В подарок победителю шарф и вымпел бело-голубых. Дети должны быть в спорте, они должны им заниматься, тем более футбол – это, наверное, самая интересная игра в мире, да, в которой играют миллионы. Поэтому быть причастным к такому событию, как чемпионат мира, безусловно, это важно для любого человека, тем более для ребенка, который сможет очутиться на таком празднике футбола. Кирилл Новиков не просто поздравил победителя, но и провел мастер-класс для воспитанников клуба «Дагомыс», финалом которого стал матч против девчонок-футболисток. А вообще, сочинец Николай Рыбалка не первый из юных любителей самого народного вида спорта, который выиграл поездку на чемпионат мира. Программу «Эскорт игроков» компания «Макдональдс» реализует уже 10 лет. Победители акции выводили на поле наших футболистов в Португалии, Германии, Австрии, Южной Африке, Польше и Украине. Теперь к списку прибавится еще и Бразилия. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.